что я неправильно что сказал? Ну, не в таких выражениях, это раз, и не криком. Я... Все, молчи, надоело. Матом я не ругался. Да, давно ли это? Меня даже обозвал матом. Да это не мат. А чего же это такое? Какой ты пример подаешь молодежи? А вы какой подаете я женщинам? А давай проголосуем. Кто за нее? Голос говорит. Кто за меня? За меня. Я за надеюсь, меня более поеду. Прямо вытурим отсюда. Надоел как-то там. А что? Ну что, вы не страдаете? А нет, не страдаю. А я страдаю. Ну страдаю, иди страдай. Он иди к Белому дому, и там плакал стой. Я был в Белом доме. Ну уже. Вот и иди, иди. Между нами ссоры не было. Все, надоело. Все. Мир, мир. Вот мир и молчи. Все, молчи. Она. Сейчас присядешь. За это слово. Сейчас из автобуса выкинем. А я сейчас покажу. А мне наплевать, что у тебя. А что ты за сыщай, чур? Я не чурок, а мне надоел ты уже. Кричишь на весь автобус. Люди мешаешь. А что, я неправильно что сказал? Ну, не в таких выражениях это раз, и не криком. Я... Все, молчи, надоел. Матом я не ругался. Да, давно ли это? Меня даже обозвал матом. Да это не мат. А чего же это такое? Какой ты пример подаешь молодежи? А вы какой подаете я женщинам? Я подаю. А давай проголосуем. Кто за нее? Господи, кто за меня? За меня? Если меня более поедут. Ну что, вы не страдаете от чего? Нет, не страдаю. А я страдаю. Ну страдаю, иди страдай. Он иди к Белому дому, и там плакал стой. Я был в Белом доме. Ну вот и иди, иди. Да. Между нами все надоело. Все надоело. Все. Мир, мир. Вот мир и молчи. Все.
Thank you.
ходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ я прокричал. До 12, наверное, болелась. Потом маленько уснула, потом снова проснулась. Опять долго не спала. С Тимошкой дома. Да я сегодня что-то всю ночь прокашляла. Так надоел кашель. Ладно, ночью начал мучить сказала, что бросают курить. Да. Вот 4-го пойдут они. Баня-то работает, придет с работы и пойдут.
когда сердце больное, физически нельзя работать. Ему уже тоже 60. Ходила племянница